Минувшую субботу в Якутске стартовала международная олимпиада школьников ТУИМАДА по математике, физике, химии и информатике. В этом году участие в ней принимают 12 команд. О первых днях олимпиады расскажет Оксана Устинова. Гостей на олимпиаде в этот раз собралось 145 человек. Это представители 14 команд. Школьники из Румынии, Сингапура, Индонезии, Казахстана, Татарстана, Московской, Калининградской областей, не только. Якутию представляют три команды. В течение двух дней участники будут соревноваться в индивидуальном первенстве по четырем учебным дисциплинам, а именно по математике, физике, химии и информатике в два тура. На самом-то деле олимпиада – это большое такое упражнение для возведения мостов между разными народами, людьми, детьми. И олимпиада это является также подготовительным этапом к международным интеллектуальным играм, которые пройдут у нас в июле 2018 года в городе Якутске. Это тоже очень большое мероприятие. На торжественном открытии 24-й международной олимпиады министр образования Якутии Владимир Егоров отметил, что олимпиада стала доброй традицией и собирает вместе одаренных детей, их педагогов для интеллектуального и дружеского общения. Ежегодно со всех концов мира к нам съезжаются интеллектуалы, юные интеллектуалы, которые соревнуются в решении сложнейших задач олимпиады ТУИМАДА. Но при этом они не только выясняют, кто сильнейший в своих предметах, но и находят здесь новых друзей, знакомятся с культурой, с традициями народов нашей республики и уезжают всегда самыми приятными впечатлениями. За все годы проведения олимпиады в ней приняли участие около 3000 школьников из 38 регионов России, 18 зарубежных стран, из которых ежегодно приезжают команды Румынии, Индонезии и Казахстана. В первый раз приехала команда Сингапура. Они говорят, что у нас очень много пространства, земли и очень мало людей. И культура отличается сильно от их своей культуры. Приехал участвовать первый раз. Участвует по предмету химия. Говорит, что очень рад, что приехал сюда и полностью готов к новым достижениям и готов к олимпиаде. Для участников соревнований подготовлена обширная экскурсионная и культурная программа. Юные дарования смогут поближе познакомиться друг с другом и узнать больше о Якутии. А имена лучших назовут 20 июля. Оксана Устинова, Илья Жараев, НВК «Саха-Якутск».